Работяги, всем привет! Сегодня обзор моего нового помощника мастерской. Вот такой вот аккумуляторный лоб ZigPit, модель PST20H70A. В общем, ребят, погонял уже хорошенько его почти 2 месяца. Успел себя как-то показать, проявить и готов, как говорится, на обзор в моем стиле. Так что, кому интересно, устраивайтесь поудобнее. Берите свой любимый чай, кофеек. Начинаем. Быстренько пробегу по комплектации. Значит, пришел в таком вот шикарном ящике. Для меня плюшки на любителя ящиков — это просто отличный вариант. Что у нас здесь? Здесь у нас получается ключ для регулировки, две пилочки, как говорится, для разгона, одна по дереву, по металлу. Паспорт и инструкция есть и на русском. Тут РСТ, МРСТ. Все подробно, в общем, все как я люблю. Два отдельные паспорта — это на зарядку и на аккумулятор. В общем, серьезный подход у ребят. Здесь они молодцы. Ограничитель для работы, зарядное устройство, ну и, понятно, сам лобзик. Так, хорошо, дальше. Теперь по самому лобзику. Перечислять все характеристики, друзья, не буду. Их можно посмотреть на сайте производителя. Озвучу такое, знаете, наверное, самое основное, интересное и то, что понравилось мне. В целом, так посмотрел, лобзик сделан достаточно неплохо. Аккуратно, компактно, в руке сидит хорошо. Прорезиненная ручка, вот эти серые элементы, это получается резина здесь. И черные полосы на аккумуляторе, это тоже резина выставки. То есть в работе так вот получается достаточно удобно. Хорошо. Значит, у этой модели есть регулировка маятника, 4 положения. Это удобно в работе там с различными пилочками и материалами. Видно, она ходит там в разных положениях. Также понравилась регулировка фиксации вот этой площадки. Здесь она зажимается просто и быстро на 2 винта. В принципе, достаточно надежно, по ней как бы проблем не было. Есть два варианта фиксации, то есть можно выставить какой-то определенный угол. Здесь есть риски. Тут все подписано. Выставляем, зажимаем и работаем. Или немножко смещаем и выставляем именно тот, который нам нужен, также работаем. Это хорошо, это очень удобно в работе. Также у этой модели есть выход под пылесос. Честно, пока не подключал, не знаю, как работает. И есть подсветка. Здесь, кстати, она сделана интересно, продумана, с так называемым небольшим холостым ходом. Сейчас покажу, как это работает. Допустим, поставили лобзик, слегка нажали курок, подсветили, прицелились, поработали. Подсветили, подсмотрели, работаем. Даже несмотря на то, что лобзик аккумуляторный, все равно в работе получается достаточно шустрый и мощный. Значит, по оборотам до 2400 оборотов в минуту, глубина пропила для дерева до 70 мм, металл до 3 мм, алюминий до 6. Если честно, металл меня волнует меньше всего, а вот по дереву интересно, и это мы еще посмотрим. Здесь он свою работу делает хорошо, тут у меня, как говорится, к нему претензий и нареканий нет. Питание лобзика — литий-ионный аккумулятор 20 вольт 2 ампера. Здесь же для удобства есть индикатор, можно посмотреть уровень заряда. И, кстати, ребят, знаете, что вот так вот присмотревшись, видно, что в принципе сделано все так аккуратно, аккуратный пластик. И видны уже такие проработанные детали. Например, все важные надписи сделаны не на наклейках, которые потом стираются или теряются, а уже гравировкой по пластику. То есть никуда они потом не денутся. Это уже такой, знаете, уровень. Ну и плюс приятный бонус в том, что у этого проводителя одна система питания. То есть этот аккумулятор потом можно использовать с другим инструментом. И это хорошо. Так-с.
Что хотел еще сказать по этому лобзику? А, да, вспомнил. На этой модели стоит быстро зажимной механизм для пилочки. Работает хорошо, проблем с ним пока никаких не было. В общем, в перерывах между работой можно даже немножко поразвлекаться. Пау! Ну что, друзья, подбивая взор по этому лобзику, какие-то такие, знаете, серьезных минусов пока для себя не нашел, выискивать их не буду, думаю, что они покажут себя со временем сами. Единственное, есть один момент, который мне не понравился, это, знаете, такой, наверное, больше уже вопрос удобства. Хотелось бы, чтобы вот здесь было больше свободного места. Сейчас покажу немножко ближе. То есть вот эта планка была поуже, чтобы было больше обзора вот здесь перепилочкой. Вот, наверное, в принципе и все. Ну а так, в общем и целом, лобзиком я остался доволен, буду пользоваться и дальше. Для бытового использования, для домашней мастерской, свою работу он делает очень даже неплохо. Но то, что он полностью без проводов, работает на аккумуляторе, это, конечно, добавляет ему плюсов, добавляет мобильности, можно взять там на какую-то небольшую шабашку. Это, пожалуйста, тоже без проблем. Ссылку на него обязательно оставлю в описании. И там же сможете посмотреть другие модели лобзиков, аккумуляторные, проводные и много другого инструмента. У этого проводителя выбор просто огроменный. Как говорится, есть где разгуляться. Друзья, вот такой сегодня был обзор. Надеюсь, был интересный и чем-то полезный. На сегодня у меня все. Всем пока-пока.